Стартовала зимняя школа астероидной безопасности. В рамках нее школьники прослушают ряд лекций о современном состоянии космических исследований. По итогу участники создадут модель посадочного устройства летательного аппарата. Также будут проведены испытания моделей устройств на стенде, имитирующем невесомость. Показываем современный уровень развития космической техники. Ну и формируем некоторое представление о ближайших перспективах развития направления космических исследований. В частности, такой очень важной, на наш взгляд, проблеме, как создание системы защиты Земли от космических угроз. С приветственным словом выступили ректор нашего университета Александр Шестаков и директор Политехнического института Сергей Ваулин. Он рассказал ребятам об уникальном проекте ЮРГУ по созданию ракеты-носителя, в создании которой школьники примут участие. Полностью возвращаемая ракета, такого еще нет. Она одноступенчатая, довольно значительных размеров, высота больше 30 метров, диаметр по срезу 10 метров. То есть это большой объект. Но это только для вывода некоторой части полезной нагрузки на траекторию вокруг Земли. То есть выводится некая универсальная космическая платформа, которая и доставит маленький, может быть, аппарат, который должен опуститься на поверхность астероида. Вот такая глобальная задача, которая поставлена в университете, и мы ее будем вместе решать. Целью школы является развитие интереса школьников к решению научно-технических задач и привлечение их в Южноуральский государственный университет. Старшеклассники рассказали нам, почему пришли на школу астероидной безопасности. Ожидаю что-нибудь знать и интересное, новое, то, что еще не знал. Также мне интересно, как создаются ракеты, и самому поучаствовать в этом проекте, сделать там макет, допустим, то же самое. Меня заинтересовало, в первую очередь, это проектирование каких-то там кораблей космических. Мне показалось это интересно, я решил прийти. Но мне само проектирование интересно, что-то делать, собирать, конструировать. Планирую поступать в ЮРГУ на аэрокосмический. По итогу первого дня зимней научной школы участники с помощью студентов Политехнического института спроектировали опоры посадочного модуля, после чего отправили их на печать на 3D-принтер. В финале школы астероидной безопасности будет выбран лучший разработчик по результатам испытаний модели на стенде динамических испытаний.